Всем привет на канале Ангелина Флани. И вот наша миндаль, которую звали Луна, я ее переименовала, она стала мамой. У нее родились три белочки, маленьких три белочки. Сейчас я тихонечко ее опущу. И да, орешика мы отсадили. И вот, да, и она была девочкой. Мы все думали. В общем, вон они где-то там, а сейчас я вам покажу. Вон они там, и сидят зайки наши. Сейчас откроем осторожненько. Главное мне ее саму не пугать. Вон трое маленьких белочек. Вон там. Ну да, вроде все. Она запищала, попросила, чтобы я закрыла. Ой. Так, вот и осторожненько. Вот. И все-таки я думаю, точно ли это миндаль? По-моему, точно миндаль. А вот орешика пришлось посадить вот в эту клетку хотя бы во что-то. Мы думали его в банку посадить, но нашли вот эту. Она очень маленькая. Пожалуйста, не баньте меня, потому что у нас не было клетки больше. И у нас, самое главное, поилки-то еще одной нету. Вот. Мы, конечно, знали, что она... А это обельчица, или как сказать. Но еще здесь закрывашка очень плохая, поэтому... Он стоит у меня здесь, рядом с кроватью моей. Вот такой у нас мальчик. Спокойный, кстати, теперь такой. Ты папой стал, понимаешь? Папой стал. Масечкин. Он теперь такой спокойный. Только поилки нет. Сейчас будем что-нибудь думать. Как вы видите, здесь есть овес. Ну, чем мы его кормим. А вот еще раз повторюсь, поилки нету. Блин, и да, я все-таки думала, что миндаль, ну, когда-то, вот, ну, через день-два родит, это точно. И вчера сделала уборку. У них клетки, теперь у них такие же чистенькие опилочки. Зайчик наш. Ну, видео получилось коротким, я просто хотела вам передать. Ну, надеюсь, вам понравилось, а ну, ставьте лайк. И всем пока.